Теперь я понял, почему Ичень выбрал ее. Потому что у нее ангельский голос, да? Нет, потому что ее голос вдохновляет окружающих. Ее голос дарит окружающим людям чувство счастья. Джейсон, сколько дней осталось до конкурса? Итак, планирование, время на раскрутку и маркетинг. И еще ожидание спонсорства. Около месяца. Хорошо. Я полностью изменю ее за этот месяц. Изменишь? Что ты собираешься изменить? За исключением твоего голоса, все. Ацзе, позвони Мэри. Хорошо. Почему по моей спине пробежали мурашки от этих слов? Полчаса спустя. Сладенький, ты наконец-то вспомнил обо мне? Почему? Мой счет за услуги наконец-то может быть оплачен? Ошибаешься. Сейчас Ичень искал тебя. Неужели это Мэри? Это правда, Ичень? Хотя у тебя всегда слишком серьезное лицо, но самое главное, я люблю натуралов вроде тебя. Я искал тебя с определенной целью. Нужно изменить ее стиль и внешность. Ох, какой именно нужен стиль? У вас так быстро меняется настроение. Твои глаза фиолетовые? Ты метис? Да, да. А что с этими волосами? Они окрашены и завиты? Нет, это мой натуральный цвет и кудри. Ходить в парикмахерскую слишком дорого. Я ненавижу натуральный цвет. Придется поработать над многими вещами. Хорошо, приступим. Что ты прицепил к моей ноге? Хе-хе, скоро узнаешь. Это голос Мэри? Где вы нашли девчонку с такой суперсилой? Я просто хотел удалить немного волос с ее ног. А она меня ударила! Меня буквально изуродовали! Мэри, девушки и то менее эмоциональны. Не плачь, с синяком ты выглядишь даже мило. Чуму. Почему он так внезапно заговорил таким ласковым голосом? Он хочет... Я ошиблась на его счет. Он просто хотел втереться мне в доверие. Ты готова? Да, совершенно. А? Ой! Полчаса спустя. Как так? Все гребни застряли в твоих волосах. Просто возьми другой. 10 гребней застряли в твоих волосах. Если их не получится отцепить... Я должен буду отрезать твои волосы. Нет, только не отстригайте мне волосы. Я их отращивала 7 лет. Хе-хе, ты не сможешь сбежать от меня с этими гребешками. Пожалуйста, нет. Женский мир так жесток. Когда они уже закончат? Я так хочу спать.